Всем привет! С вами Вайл Благоев. Сегодня я вам покажу, как быстро работают программы WebCloud. Не будем глубоко заходить, просто быстренько покажу, как она работает. Например, открывается это первое окошко, нам нужно нажать вот здесь наверху, Explorer. Заходим здесь, где Packs, пакеты, нажимаем. И у нас открывается менюшка. И смотрите, здесь сколько очень много разных стилей. Acid House, Africa, Afro House, New Disco, Percussion, Progressive House. Можно только вокалы, хип-хоп, трип-хоп. Очень много всего. Давайте мы выберем Afro House. Вот нажимаем на Afro House. Открывается меню. И смотрим, какие сэмплы здесь предлагаются в пакетах. Вот здесь я вижу, например, табло. Давайте посмотрим, что за табло. Нажимаем на эту кнопочку. Открывается менюшка. Сейчас я музычку уберу пока. Так. Мы здесь находимся. И вот здесь, смотрите, очень много уже готовые лупы, записанные в хорошем качестве табло. Инструмент табло – это перкуссия. Она звучит так. Вот она. Мы можем выбрать разные. Так, у меня до этого еще была табло. Сейчас я ее замьютю. Так, мы здесь находимся. И вот тут разные звуки табло. Вот неплохо. Дальше. Я думаю, окей, мне нравится этот звук табло. Возвращаемся вот назад чуть-чуть и смотрите, тут есть хороший сам продюсер Дэйв Энтони. Давайте посмотрим, что он предлагает. Я, например, хочу бочечку. Так, давайте остановим здесь пока это табло. И вот нажимаем на это окошко. И, например, я хочу kick drum посмотреть. Чтобы быстро его найти, мы можем здесь нажать drum. Либо вот так открыть все меню и ищем, где kick. Так, piano, conga, synth. Где у нас kick? CK. Клеп, вот кик. Нажимаем на кик. И у нас, видите, сколько киков разные уже появилось. Давайте послушаем. Вот когда я меняю, выбираю разные кики, внизу меняется вот это окошко. То есть мы выбираем окошко свободное. Вот здесь еще одно, например, но это потом. Вот здесь. И я меняю сам инструмент. Давайте послушаем, как это звучит. Уже очень так прикольно, неплохо. Можем поменять кик. Вот есть такой, например, кик или вот такой. Мне первый почему-то больше понравился. Так, дальше. Хотим что-то еще добавить. Нажимаем на следующее окошко свободное. Хоп, оно здесь. Если вам не открылось это меню, вам нужно нажать на эту кнопку Edit. Нажимаем, оно открывается. Нажимаем на свободную ячейку, либо добавляем.
у нас уже есть добавленное. И я хочу, например, какие-то перкуссии посмотреть. Вот нажимаю на перкуссии. Неплохо. Давайте оставим. Я бы добавил еще, например, вот вижу шейкер какой-то. Класс. Вот уже грув пошел. Давайте еще посмотрим, может бас какой-то. Вот бас. Если нажмем на бас, он покажет нам только в этом пакете, то есть бас партии разные. Так, что еще есть? Это one shot. Я помню, это бас классный. Кого-то это немного... Нет. Да, прикольно. Только вот этот звук немножко не в тональности. Чтобы подстроить тональность, нажимаем на него. И видите, вот здесь написано «фа». Это он? Да, если S нажимаем, это соло. Выделяем только этот инструмент. Меняем тональность, с этой кнопкой нажимаем и крутим вверх либо вниз. Вот так, по-моему, поинтереснее звучит с басом. Давайте посмотрим, что еще можем добавить. Ну, мне немножко не нравится этот звук. Давайте пока его замонтируем и посмотрим, что еще из перкуссии можно добавить интересное. Может быть, но я бы его поменял бы. Только нужно нам убрать вот эту штуку, вернуть как было. Мне не хватает хлопки. Давайте посмотрим драм. Упс. Смотрим, может быть, что-то есть готовенькое интересное. Это уже готовый. Громкость она регулируется вот этой кнопкой определенного инструмента. Уже неплохо звучит на самом деле. Давайте посмотрим какой-нибудь голос, например. Ну,
такое. А PAX у нас уже это было здесь. Вот находим это окошко. И смотрим, например, vocals. Это голоса, вокалы и так далее. Voices — это реги, наверное, какие-то вокалы. Мы можем и другим путем пойти. Это уже последнее. Мы можем 8 дорожек загрузить в программе. Прикольно, только он чистенький, его надо обрабатывать. Прикольно, только слишком не к той стилистике. Так, закрываем, это нам не нужно. Возвращаемся на пакеты. Вот тут разные вокалы. House. Давайте добавим, наверное, Afro. Допишем еще в поиске. В общем-то, вот таким образом программы работают. Вот на данный момент я почти собрал хороший набросок, с которым можно работать уже. Дальше уже более профессиональные программы, которые потом я буду показывать, какие варианты есть и как это работает. Дела. Следите за новостями. Дальше будут еще много-много
таких уроках, обзорах и так далее. Пока с вами был Ивайло Благоев. Подписывайтесь на меня. Не забудьте быть в курсе всегда.